Здравствуйте, мои дорогие друзья! Ну что, прошла неделя, и мы с вами снова вместе. Я надеюсь, что ваши новогодние праздники прошли замечательно. Вы провели веселое время вместе с вашей семьей и друзьями. Я очень надеюсь, что следующий 2021 год будет намного лучше, чем предыдущий. И я очень надеюсь, что мы будем все веселы, что мы все будем здоровы, что у нас откроются новые возможности и перспективы в новом году. Итак, а сегодня я подготовила для вас сюрприз. Я хочу передать привет блогеру из Канады Наталье Джеффри Винтаж Канада, так называется ее канал, которая открыла для меня удивительные шкатулочки Joan Rivers. И я хочу вам их сейчас продемонстрировать и немножко об этом рассказать. Шкатулочка от Joan Rivers. Узнала я о ней благодаря Наталье из Оттавы, как я вам говорила, и мне очень сильно захотелось иметь что-то подобное. Сделана она очень уникально. Это не просто шкатулочка, это брошь. Вот я сейчас отделю на магнитиках. Брошь. Здесь стоит... нет, здесь нет маркировки. Маркировка у нас... Вот она, Joan Rivers. И внутри такие замечательные сережки. Совершенно изумительно сделана шкатулочка изнутри. Очень красивые серьги. Просто потрясающие. Очень красиво выглядят. Так, а что у нас здесь? Здесь тоже маркировочка Joan Rivers. Серьги тяжеленькие. И досталась мне вся эта красота, конечно, вот с сертификатом и с коробочкой. Изделия эти довольно редкие и дорогие. Удача номер два. Вот это замечательное яйцо реплика Фаберже от Joan Rivers. Очень-очень редкое. Ой, купила я его на сайте OfferUp. Оно выглядит 2000 года. Великолепное выполнение. Просто чудо. Вот, купила я его на сайте OfferUp. У одного мужчины. Вы знаете, они совершенно не понимают, не разбираются ни в чем. Он поставил цену на это изделие. Он поставил $200. Вот, я ему пишу, ну что вы... Значит, такие изделия Joan Rivers, они стоят не больше $80, а у вас еще и нет сертификата, я ему пишу. Так вообще должна быть цена $40. В общем, я его так поругала. Он меня послушался. Смотрю, на следующий день выставил цену $80. Вот. Ну, а я возьми и сделай оффер, как бы предложение на $40. Он согласился, я с удовольствием купила. И... Как я была просто поражена, когда я зашла на сайт eBay и увидела цену этих изделий. Во-первых, их очень мало. Во-вторых, стоят они от 200 до 300. Я нашла всего около 3. Я не знаю, может быть, есть еще какие-то сайты, где это может быть. Но, в общем, покупка была очень удачной. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть такое вот пополнение. Вот здесь стоит маркировочка ее. Сейчас я вам сфокусирую. Вот такие дела. И еще одним открытием для меня явилась вот такая шкатулочка. Тоже от Joan Rivers. Узнала я о ней у Натальи. И она довольно редкая, эта шкатулочка. Вот так вот она открывается на магнитиках. Невероятно красиво. Я не знаю, я надеюсь, вам видно. Очень красиво. Там еще и бабочка. Невероятная красота, вот эти цветочки весенние. Я не знаю почему, но их очень-очень мало. Я больше в eBay вот не вижу. Один раз увидела, схватила, и больше их просто не продается. В общем, Наташенька, большое вам спасибо. Сама бы я, конечно, не догадалась, не видела бы таких чудесных. Давайте я вам еще раз вот здесь... Боже, какая прелесть. Вот здесь что-то я пытаюсь показать зрителям. Здесь, по-моему, пчелка присела на цветок. Невероятная работа. А птичка эта называется Blue Jay.
Я ее, конечно, у нас ее не вижу, потому что у нас все-таки город. А Наталья рассказывала, что они к ним часто прилетают. Она живет в Оттаве. Я была в Оттаве, очень красивый город. Мне там очень понравился замечательный парламент, канал Ридо. В общем, прелесть. Ой, любоваться можно бесконечно, конечно, этой красотой. И следующим открытием такого формата была шкатулочка в виде колибри. Смотрите, какое чудо. Сюда, конечно, вот я вот ее открываю, здесь, конечно, очень мало места. И, как Наташа мне объяснила, это для бриллиантовых сережек. Совершенно изумительная, но я не знаю, дивная. Я всегда, когда на нее смотрю, у меня поднимается настроение. Просто прелесть. Такая чудесная-чудесная шкатулочка. Их тоже немного, они безумно дороги. Вот. Но, вы знаете, я вот так постепенно собирала в течение этого времени, пока я с вами общаюсь. Где-то за полгода мне удалось собрать такую небольшую вот коллекцию, чему я очень-очень рада. Постепенно вот так это было. И такая красота у меня теперь живет. Вот, ну а эта шкатулочка тоже от Joan Rivers под новогоднюю тему. Такой милый, толстенький. Вот так тоже он открывается. Здесь я положила сережки Николь. Вот такой милый, толстенький кардинальчик. Здесь вот снежки. Тоже очень красиво сделано. Симпатичная шкатулочка. Называется серия Flights of Fantasy. Вот я вам еще раз приближаю, чтобы вы могли увидеть. Такая же маркировка на всех птичках. Joan Rivers Classic Collection Flight of Fantasy Keepsake Box Collection. Вот так вот, чтобы вы могли себе прочитать, запомнить, посмотреть в интернете. Чудесный, замечательный кардинал. Давайте еще разочек на него полюбуемся. Вот такой он у нас. И раз у нас зашла речь о кардиналах, я хочу вам показать кардинала от Энн Клейн. У меня есть видео, как сейчас выглядит Манхэттен, где я показывала магазин Мейсис. Я вам обещала показать броши, которые были там куплены. Так вот они здесь. Вот один из этих кардиналов. Совершенно чудная орхидея. Я всегда мечтала иметь эту орхидею, но вот наконец-то моя мечта сбылась. Я очень надеюсь, что она притянет к себе других красавиц. Чудесная колибри. Так что теперь у меня есть и шкатулочка колибри, и две броши колибри. А эта брошечка моя любимая. Эта брошечка моя любимая. Мне очень нравится, что здесь вот крутится колесико. Вот. Вообще-то такие же брошечки, почти подобные, есть у Инессочки на канале. Я вам сброшу ее версию. Вот. Но очень-очень интересный дизайн вот у Анны Клейн. И мы купили это по очень хорошему сейлу, буквально там по $15. Я считаю, что это nothing. И у Анн Клейн все броши маркированы. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот вы видите маркировку ее. Очень приятно, что она так относится трепетно к своим изделиям. А теперь мне хочется порадовать моих зрителей тем, что не так уж и редки изделия такого вида. Конечно, от Joan Rivers с сертификатом это все очень трудно найти, но когда я заглянула в наш 99 Store, то есть в магазинчике китайском, продается вот такое вот в виде бычка. То есть реплика Joan Rivers, и стоимость ее всего $8. Конечно же, возможно, здесь не очень аккуратно приклеены кристаллы, возможно, это не маркировка, и нет маркировки, и не так все красиво и аккуратно, но зато дешево и сердито. Вот такой замечательный бычок. Вот. Стоимость этого петушка была уже $15, но все равно гораздо-гораздо меньше, чем 100. Звучит лучше.
Вот, и такой он весь хороший, развеселый, распрекрасный петушок, символ следующего года. Замечательный, тоже он открывается, здесь, правда, нет магнитиков. Такой он весь раззамечательный у нас. Вот, и, как вы видите, все можно приобрести, все можно купить, было бы здоровье. И для вас, мои дорогие, я подготовила сюрприз. Я сделала скриншот с интернета всех шкатулочек, которые сейчас можно приобрести совершенно недорого, онлайн, изумительной формы. Давайте смотреть вместе с вами. Видео вот сниму, как вы это, как вы здесь дурачитесь. Вот, вот так, вот так, вот так вот. Да, о. Да, вы уже учитесь, да, немножко? Last week.
вот так здорово, весело, по-домашнему, уютно прошел наш Новый год. Всех моих дорогих, любимых зрителей поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы в новом году у вас все-все было хорошо. Семейное тепло, уют, достаток, чтобы вас всегда сопровождали, чтобы у вас было крепкое-крепкое здоровье богатырское, чтобы все невзгоды остались в прошлом, и впереди было все только хорошо, весело, здорово, празднично, интересно. Мы вас очень все любим, мои дорогие зрители. Желаем вам всего-всего наилучшего. О, это смертельный номер. Мишель решила показать нам смертельный номер. Вот. И на этой замечательной ноте я заканчиваю. Дима тебе. Потом еще один. Один тебе. Там! Вот там! И там!